Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 1 сентября изменятся правила прохождения технического осмотра. Из перечня обязательных пунктов, которых пока насчитывается более 80, исключат почти 30. Так, физическим лицам не придется предъявлять аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки. Не будут также интересовать ТОшников подтекание технических жидкостей, уровень шума выхлопной системы, коррозия и повреждения шлангов и трубопроводов. Напомню, что с наступлением 2022 года регулярный техосмотр для большинства российских автовладельцев стал необязательным. Свежую диагностическую карту теперь надо оформлять в основном только при смене собственника транспортного средства, с момента выпуска которого прошло более 4 лет. Трасса 101. В России запустили сервис, который позволяет обменяться подержанными автомобилями. Пользователям демонстрируются подходящие варианты, исходя из ключевых параметров, включая стоимость и местоположение. На них можно отреагировать отметкой «нравится» или «не нравится». В случае обоюдного интереса система пришлет обоим автовладельцам уведомление о совпадении. Юридически это будет оформляться как обычная купля-продажа транспортного средства. Трасса 101. Новые легковые автомобили с дизельным двигателем по-прежнему не пользуются большим спросом у россиян. На них, по данным агентства «Автостат», в этом году приходится около 8% продаж. Самым востребованным является Renault Duster. На втором месте с существенным отрывом располагается Hyundai Tucson. Дизель предпочитают 2/3 покупателей. Далее идут BMW X5, Kia Carnival и Toyota Land Cruiser Prado. Трасса 101. А компания Havail объявила о том, что через 8 лет прекратит выпуск автомобилей с классическим двигателем внутреннего сгорания. Ставка будет сделана на электрокары и гибриды. Уже к 2025 году китайцы планируют довести долю продаж таких авто до 80%. Для этого автопроизводителю придется вложить в модернизацию, если переводить на рубли, почти что 1 триллион. Сейчас Havail официально не продает в России ни одного зеленого автомобиля. Самый дешевый представитель модельного ряда, кроссовер Jolion, стоит минимум 2 миллиона 29 тысяч рублей. Трасса 101. Классическими клавишами и кнопками в автомобиле пользоваться гораздо удобнее и быстрее, нежели сенсорными поверхностями. К такому выводу пришли шведские специалисты. Они протестировали несколько моделей современных авто и машину 2005 года выпуска. Водителям в движении надо было выполнить несколько простых манипуляций. Включить подогрев кресел, повысить температуру воздуха в салоне, настроить радиостанцию и так далее. Оказалось, что на стареньком авто все это занимает менее 20 секунд, а вот на новых в 2 с лишним раза больше. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».